Едем на выставку Royal Auto Show. Гэндальф наконец-то выводим из тени. Братиш что-то жрет. Роланд, слушай, ну вы же сказали, что говорит, мы сейчас заедем в Япош и будем жрать суши. Я взял суши. Хорошо, хоть чайник не взял. Да, надо было. Только чай заказал, суши заказал. Вечно голодные соляры. Ну и чё? Времени-то сколько? Братиш, пол? Ну, десятого. А что ты на меня-то? Ну, надо на кого-то поорать, понимаешь? Ну, вот, не знаю, съездил бы, тоже поорал бы. Вон, Гэндальф поехал поорать, ты бы съездил, поорал. Кстати, Гэндальф. Гэндальф – это волшебник. Он хранитель всех секретов, самых тайных секретов на гаражах Купчино. Мы сейчас направляемся на выставку Royal Auto Show. Вот заехали помыть одну нову. Красненькую нову. Заехали помыть, его, она сейчас домывается. Но черная нова ехала на эвакуаторе, ее приняли гайцы. Несмотря на то, что это КЦ. Да, КЦ, и да. Это на эвакуаторе, между прочим, да, не своей. Все по-честному, да. Поэтому Гэндальф сейчас отправился решить эти вопросы, а он волшебник, и он решит. Но я не понимаю, почему не могли пораньше выехать? Потому что прием тачек, то есть заезд, понимаешь, на выставку до 9, сейчас полдесятого. Потому что кто-то суши жрал. А при чем здесь я? А что? Я их, между прочим, в Нове жрал. Ну, понимаешь, ну сначала ты сел в Япоши. Так правильно, я вас ждал, я вас запарился вас ждать, решил пожрать. Что-то. Тем более вы мне сами сказали. Заезжаем в Япошу, мы будем жрать суши. Я сказал, мы будем жрать суши на капоте Нова, я пошутил, понимаешь? Не надо так юмора пошутить. У тебя нет. Вообще. Я не понимаю этого решения. Время идет, понимаешь, что сейчас снова домоется, надо уже что делать? Что черную делать? Нову мыть там еще. Черную, но мы не можем помыть черную нову, потому что еще нет, мы Гэндальфа ждем с новой. Все, Гэндальф готов, он садится. Со мной. Стой, никто не хочет ехать на супер страшно мощном автомобиле. Ну как бы все, все, надо готово ехать. Ну что, парни, поехали? Садитесь, блядь! Лёша, Миш, садитесь! Чё? Чё, я туда? А, ну так садись туда! Убери это говно! Это не говно, это наши пожитки! Господи! Сейчас, братиш, сейчас, мы уже почти всё. Дверь закрыт? Да. А, это ты светишь. Сейчас мы все подключаем. Мы готовы. We'll be right back.
она, драговая тачка-то! Вообще просто ощущение непередаваемое. Вообще, между прочим, ты говнятина, какого хрена ты за руль прыгнул? Ну, братиш, ты и так на этих тачках регулярно катаешься, я не понимаю. Что, неужели нельзя эксперту независимому поездить как бы на американской классике? Тем более, если в прошлый раз мы как бы все-таки, ну, как-то вальяжно, аккуратно, сейчас мы уже немножко начинаем борзеть и начинаем... Страгерские покатушки по-ваське. По-ваське, да-да-да. На глазах у своих и у неприятеля вообще. Классно, нам осталось буквально перекресток, и мы уже как бы к Ленэкспо подъедем. Я надеюсь, что сегодня будет видос вот про все, что мы сейчас как бы снимаем. Блин, выставка-то до какого числа? Она с 29 апреля по 3 мая проходит в Ленэкспо. Авто... этот самый... Я забыл. Блин, Royal Автошоу. Royal Автошоу, да. Поэтому все, кто смотрит этот видос, ребята, у вас есть вот эти вот числа, приходите, мы будем в квадрате 16, ну, я еще потом напишу в описании, и приходите, посмотрите на тачки секретного гаража в Купчино вживую. Hell Coast Customs, yeah? Yeah. Yeah. Так, ну что, все, короче, нам дали зеленый свет. Заезжаем. Мы заезжаем на выставку, да. Сейчас мы это и увидим. Блин, знакомые все лица. Да. Так не остановится. Пойдем, да, пойдем выйдем, посмотрим, да? Так, ну что, мы, короче, пробрались вовнутрь. Я бы сказал, мы заехали вообще. Да, заехали, мы вот, ждем. Гендальф выключил массу. Нам, по ходу дела, давай покажем, где-то вот там вот хотят разместить. Разверни, пожалуйста. Где-то вот там. Горячих, сумасшедших, очкастых пацана, которые к утру отполируют и красную, и черную отполируют, несмотря даже на то, что черная матовая. Слушай, ну вроде бы в центре мы оказываемся. Секретный гараж в Купчино. На шару. Просто, да. Мы, походу, все время на шару. Знаешь, что жалею? А. Надо было печальку привезти. Да, вот, кстати. Вот здесь вот все было, на, так сказать, на маникюре, на парасмане. Смотри, между прочим, сзади нас стоит примерно такой же раскраски, как и печалька. Кстати, да. Ну, она просто... Ну, это Ford Market, они любят такое корчестроение, на самом деле. Нормально, ребят. Ну да.
Давай уже размещаться и потом давай. Пройдем. Надо смотри, там вертуха стоит. Ну, вертуха показывает. Стоит, я понимаю. Надо парковаться рядом с этой новой. Иди, заводи, давай сюда. Подожди, сейчас ты Машу разрули. Че, здесь не кататься, что ли? А, ну, давай. Слушай, пока они здесь с бумагами морочатся, у меня есть очень хорошая идея, знаешь, какая? Да. Ну. Так, да, жалко всего, да? Я не умею ездить на скейтборде, братиш, вообще. Кстати, можно использовать его как операторский рельс. Я понял, ладно. Хорош на BMW дрочить. Чё? На BMW хорош дрочить. Ну что, ну отличный 30-й кузов, чё ты? Вон там в углу стоит, смотри, чё. Чё? Ну, Понтаревская академика, ну, сломалась немножко, может. Ну, может, еще просто не поставили. Ладно, пойдем, нам уже показали место, куда нашу новую ставить. Да, пойдем ставить. А, вообще, как ты думаешь, братиш, мы в этом году еще куда-нибудь поедем, на какие-нибудь выставки? Конечно, год-то только начался. Кто-то мне, кстати, говорил, что мы поедем на гелике на открытие сезона в Псков. Парню покайфовать, поездить на этом замечательном американском автомобиле. Когда он еще на нем поездит? Ну что, только с BMW говно справляется, что ли, или что? Ах, господи. Че испугал? Представляешь, я еду, и тут мне руками машет. Нет, стой, я же не поворачивай руль на ковре. Я в шоке. Короче, новые стоят. Да. Гендель в час. Ну почти. Сейчас мне надо здесь манипуляцию. Это очень засекреченный человек, он знает все секреты секретного гаража в Купчино. Не только. И не только, да. Ой, еще много-много другого. Ну, на самом деле уже все. Хорош глаз теребить. Так я спать хочу, немыслимо уже. Надо валить. Сейчас поедем. Кстати, гелик, братиш. О, кстати, да. Пойдем посмотрим. Пойдем погуляем. Интересно, он тоже по дешману или нет? Я думаю, что нет. Ну, как тебе? С собой инструмент брал. Ну, если надо, мы что-нибудь нахомячим. Обычно у дрифтеров есть много инструментов, может. А если что, воссоздадим на пластиковой стяжке. А, это же. А, это империя злая. Ну, это имперский гараж. Ну да. Ну, тонировочка. Да. Кстати, мне Юрец, слышишь? Мне Юрец подогнал целый рулон тонировки новый, нераспечатанный. Кстати, ты должен шарить, как сракер. 15% это много или мало? Это вообще ничего. В смысле? Ну, в прямом смысле. То есть 15% это вообще, ну, прозрачное-прозрачное? Конечно. Вот румын, а. Блин, румын кинул на тонировку вообще. Я думал, он подгон сделал, а он кинул на тонировку. Ну, беда. Китайские фонари. Да? У тебя такие же? Нет. Да? Я видел, нет, что у них внутри. Я электрик. Не надо мне шнуровать. Между прочим, уже все нормально. Это был там какой-то колхоз, тюнинг какой-то там сделан. Я не понимаю, что там было сделано, но я все это выдернул. Сейчас там нормальные лампочки, штатные фонари. Ну, мы это увидим и покажем. Да. Между да. прочим, опять ты будешь ныть. Между прочим, опять ты будешь ныть, ты электрик, ты и делай, так, да? А когда ты сделаешь? Я обязательно когда-нибудь все сделаю. Когда-нибудь я обязательно. Нет, ну подожди, у нас есть первоочередные Линкольн запросы. Какой стиль красивый. Кто? Линкольн. Еще Линкольн. Ну, о, это, слушай, это не вот эти вот бобики?
Господи, леггинсы. А! Нет? Нет, подожди, леггинсы это у девушек такие есть. Братиш, тебе давно пора жениться уже? Нет, это... А, реально это леггинсы, это вот это маленькие машинки, да вот эти сумасшедшие. Покажи, ты наш поклонник. Это вот как оно на автодроме-то происходит. Да-да-да. Слушай, да, я, кстати, он так... Он смотри, я так еще не успел. Подожди, давай по очереди будем. Я так еще не успел на них закатиться. Слушай, надо реально съездить. Да, давай съездим. Да реально. Вот на таком я еще не носился, очевидно вообще. Да. Ну вот это... Ты на красненькой, я на черненькой. Ну да, тебе не привыкать к черненьким. Ну что это? Ну этим наш не удивлен, нас таких много. Неинтересно. Неинтересно. А вот это что такое? А это... Это такая... Моя... Вот мне такую точно нельзя. Голову свернёт. Тебе вот такую надо, она каркасная. Это, кстати, вертолет, по-моему. Ну такой какой-то, нет? Ну, я не знаю. Подожди, подожди, я не, подожди, нет. Но это не может быть, это параплан какой-то, видишь, что-то в этом роде. Вот это пропеллер, братиш, стопудово. А, кстати, да, да, ну, да, 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 да. Кстати, там вертушка стоит, мы как-то вертушку внимание обошли. Пойдем на вертолет сходим, посмотрим. Что это? Бентли? Ну чем оно, чем можете удивить Бентли? Неинтересно. Р8 вообще, господи, что это? А вот гаишники на Р8-ых ездят вообще. Вообще. А вот вертуха, это интересно. Ты когда-то летал на вертолете? Да. Я летал на кукурузнике. Я много на чем летал. Страшное дело. Да, обычно ты летал... Ладно, не будем говорить. Ты что, я же летчик. Ты залетчик. Нет, я летчик. Ты залетчик. Нет, не летчик. Ты залетчик. Братиш, куда ты пошел-то, летчик? Я... Вертолет, вертолет, что ли? А я, вот, подожди, а как слушай, я сейчас чувствую себе полную профнепригодность. Ты что-нибудь в вертолетах понимаешь? Да, понимаю. Я только не понимаю, как его сюда затащили. Затащили его сюда элементарно, лопасти сняли, да затащили. Вон большие ворота, что ты тупишь? Окей. Слушай, реально, а я. А, ну а чем мы пришли к вертолету? Я в них ничего не понимаю. Пойдем. Вон, ты понимаешь, наверное, вот в этих. Ну да, нормально, Карли, да, в этих понимаю, но тоже неинтересно. Я в них люблю понимать, когда тепло. А, я понял. Ништяк, ништяк. Нигерская тачка, смотри. А? Вип СПБ, смотри. Огонь. У нас Бьюик такой же. У нас Бьюик, да, такой же. БМВ говно. БМВ говно, да. Не, ну это борзая. Не, это да, это да. Это борзая. Вместе, вместе, да. Братиш, а я не знаю, куда нам еще податься, в принципе. Еще не все приехали, времени уже без 15:11, а еще не все приехали. Братиш, прости, я на тебя моросил, что мы опоздаем. Ты же БМВ-чик. Что? 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 Что БМВ? А ты Гелендваген, а еще ну что? Что? Валим? Валим. Ребят, завтра приедем сюда. Завтра, я думаю, что приедем, да, но во всяком случае, пора не мы здесь будем. Все на Royal Автошоу, Lenexpo, 7 павильон. 29 апреля по 3 мая. Хорошо, что у тебя память хорошая, я уже ничего не знаю. Ну, короче, от секретного гаража в Купчино. Шевинова и Драгова. Шевинова. Шевинова. 500 лошадиных сил, 550 атмосферка, плюс, короче, раскачанная до 700 при помощи закиси азота. И, ну чё, сток? Сток, да. Мне больше сток нравится, честно говоря. Потому что это валит, конечно, но она такая злая, но не городская. Дерзкая. Дерзкая. Все, ладно, хватит мозги жевать. Всем пока. Не подписываемся на канал. Палец. Не ставим, да, лайки, палец вниз. Не заходим в группу секретного гаража Купчино. Не вступаем, не пишем комментариев. Да и вообще, как бы, удалить.